Всем привет, ребят, с вами Pocket Games. И сегодня мы будем трейдить вот такого Evil единорожечку. Сейчас вам еще раз его получше покажу. Блин, трейдики, даже показать единорожку не дают, ребят. Давай. Ладно, что ты дашь? А, черепашка, олень. Ребят. Он реально? Ребят. Ого. Я не знаю, ребят. Он реально? Он отклонил. Ну зачем тогда предлагать трейдики? Ребят, ну вот Эвел единорожечка наша, я ему показала. Зачем предлагать трейдики и потом отклонять? Так, ребят, надо будет двух, трех, четырех китсунешечек, но прости, я не хочу. Так, продолжаем. Текс. Ну, сори, мне он не нужен. Так, сладненько, юникорн, что ты предложишь? Так, Том. Еще какая-то редкая игрушечка, но прости, мне она не нужна. Прости. Сейчас мы ей, ребят, напишем, давайте еще раз. The Raid Neon Flyride Evil Uniform Тут Omega Uni. Вот так, ребят. Вот столько много. Raid Neon Flyride Evil Uniform Ту Neon Turtle or Mega Uni or Butotter. Трейдим неонового злого единорога за две неоновые черепашки или мега единорога. Или какой-нибудь хороший трейдик. Ладненько. Текс. Нам предлагает, ребят, вот такой трейдик. Ой, ко мне телепортнулась моя подписчица. Приветик тебе. Не, ребят, ну такой трейдик он маловат, соли нет. Ребят, что? Я не поняла. Как? Как? О май гад, ребят. Нам за неоновый соло, пожалуйста, согласись, прошу тебя. Пожалуйста, очень хочу. Плиз. Вот это вроде бы. Так. Нет, это другой. Это слишком много на сервере, ребят, неоновых сов. Он думает. Он, наверное, такой, типа, стоит ли или нет? Стоит ли отдавать свою сову за Эвила или нет? Ладно, ребят, пусть он дальше думает. Давай, думай. И, ребят. Ребят, он не хочет. Но я не вижу, чтобы он в чат писал «эд» и все такое. А, вот. Сори, я добавлять не буду. Ладненько, продолжаем трейдить его. Может быть, за фростика нам дадут? Я не знаю, ребят, но попробуем. Давайте. Может так? А? Блин, отказали. Но я хочу мега-единорожку очень. Или две неоновые черепашки. Не говорите, что я зажралась. Я просто очень хочу тело мега-неоновое менять на Candy Cannon. Просто мечта такая. Candy Cannon. Сори, нет. Такс. Ладно, ребята, опять пишем, типа The Raid Neon Flyride Evil Uniform Twin Neon Turtle Omega Arbutator. Ребят, короче, вы видели, что мы опять его трейдим за мега неоновую единорожку или за Такс, за две неоновые черепашечки. Короче, трейдимся. Так, ребят, мы продолжаем трейдиться. И мы трейдим этого единорожку. Пишем, что мы его трейдим, ребят, чтобы все заметили. The Raid... Ребят, у меня тут уже автомат. Neon Flyride Evil Uni. Трейдим Neon Flyride Evil единорога. Замечайте, самый лучший единорог в мире. Так, ребят, ну, сори, нет, этот трейд нам не подходит. Он слишком маленький. Давайте продолжаем трейдиться. Трейд Neon Flyride Evil Uni. Ребят, надеюсь, нам предложат что-нибудь хорошее. Сколько я очень хочу его поменять на что-нибудь крутое. Так, вот еще нам предлагают трейд. Посмотрим, что тут дают. Так, нам дают неонового Феник Фокса. Ну, сори, это как-то мало. Но для меня не говорите, что я, так сказать, зажралась. Просто я не хочу. Так, давай ищем дальше жертву. Такс. Конь.
Так. И нам дают черепашку. Если бы он добавил, я бы согласилась, но так это мало. Добавь, я потратила него на его shadow. Давайте спросим, if you add, можешь ты добавить? Потому что это мало. Я потратила не он shadow, ребят. Sorry, мало. Не хочет добавлять, отклоняем, ребят. Опа. Так, нам предлагают еще трейдики. Блин, ребят, кто включил дискотеку? Очень неудобно. Ого, ребят, классный трейд, но я не хочу на него согласаться. Sorry. Поэтому продолжаем. Да, ребят, я хочу его обменять на две неоновые черепашки. Вряд ли мне получится, но я все же хочу попытаться. Так, ладно, продолжаем трейдиться. Трейд Neon Flyride Evil Единорожка. Самый лучший единорог в мире. Предлагайте трейдики только сегодня. Ребят, мне что ли опять придется перезаходить на другой сервер? Наверное, да. Ребята, предложила девочке трейд. Прошу тебя, согласись, я очень это хочу, пожалуйста. Плиз, прошу тебя. Я очень это хочу, пожалуйста. Ребят, она не хочет. Так. Она сказала, что это хороший отер, и она подумает. Ну хорошо, подумай. Надеюсь, что-нибудь хорошенькое надумаешь. Очень надеюсь. Ладненько, ребят, продолжаем тогда трейдиться. Так, ребят, нам предлагают еще трейдик, что ты дашь неоновый попугайчик. Я даже не знаю, какой трейд хороший, плохой. Я реально не знаю, ребят. Не знаю, стоит соглашаться или нет. Наверное, нет. Наверное, нет. Она сама отклонила. Ну, ладненько, ребят, мы продолжаем. Нам дают неоновый единорога. Сори, только за мега неонового. Неоновый единорог, это как-то маловато мне. Ребят, снова поменял сервер, и мы идем трейдиться. Достали нашего пэтика, и сейчас мы будем его трейдить. Пишем, ребят. Трейд Neon Fly Ride Evil Uni. Опять пишем. И посмотрим, что нам за него дадут. Так, нам уже предложили трейдик, даже когда мы не написали. Замечают нас, ребята. Это хорошо. Кенгурушка, черепашка. Ребят, ну, в принципе, трейд нормальненький, но не очень, поскольку хоть черепашка и кенгурка хорошие, но из крокодильчика можно получить кицуне, а лягушка такая, но это недостойно неонового Эвил единорожки, прости. Я хочу получить этого мега единорога, я не знаю зачем, но я его очень хочу получить. Ну, ребят, это нормальный трейдик, но, сори, я не хочу. Ребят, ну мы пытаемся трейдиться. Предлагаем трейдик. Что ты дашь? Мега неоновый единорожка. Это та девочка, пожалуйста, прошу тебя. Пожалуйста. Так, ребят, она говорит, типа, нет. Хороший пэт, но нет. Ну, блин. Тьма никогда не согласается. Ребят, нам дают еще добавку грифончика. Ну, сори, я не хочу. Прости. Так, ребят, нам предлагают еще трейдик. Текс. Ну нет, ребят, это не очень хороший трейд. Как вы видели, дает больше, даже неоновое кицуне. А это маловатенько. Ладно, продолжаем трейдиться. Трейд, Flyride, Neon, Evil, Uni. Предлагайте хорошие трейдики, я хочу очень крутые трейды. Давайте. Декс. Ребят, они не хотят ничего давать. Нам что, опять перезаходить? Я уже устала перезаходить на всякие сервера. Ребята, это перебор. Ладненько. Смотрим, что дальше. Она говорит добавить. Не-не-не, я добавлять не буду. Так, ладненько. Наверное, я пойду опять на другой сервер, поскольку тут у меня не получается. В общем, ребят, я перезашла на последний сервер, на него я заходила где-то час. Это было долго. Но зато зашла, и если этот ничего не получу, я очень сильно расстроюсь, поскольку на этот сервер я заходила безумно долго. Ну ладненько, посмотрим, что нам дадут. Текст. И пишем. Trade, Fly, Ride, Neon. Что там у нас? Evil Uni. Evil Uni. Давайте. Trade, Fly, Ride, Neon, Evil Uni. Давайте. Ребят. Да, наверное, не хотят предлагать трейд. Но мы немножко подождем, может быть, предложат или кто-нибудь зайдет на сервер. В общем, ждем. Ребят, трейдик, что там нам дают?
Ребят, да. Это очень мало, поэтому прости, сори, нет, это очень мало. Ладненько, сейчас попробуем еще потратиться. Трейд, неон, флайрайт, эвил, юни. Я боюсь, что он никому не нужен, я зря обменялась, ребят. Это очень огромная печалька. Короче, ладно, продолжим, потрейдимся немножечко. Может быть, получится. Надеюсь. Так, снова мы ищем жертву, ребят. Ребят, я опять нашла мега-единорожку, и я хочу его получить за него. Пожалуйста. Ну, блин, ребят, они всегда отклоняют. Я его не получил, печалька. Так, ребят, видимо, этот единорожка никому не нужен. Почему? За что? Это огромная фиаско. Ой, ребят, так мне предлагают вот такой трейдик, я не знаю. Текс, ну вроде бы нормальненький, вроде бы нет, я без понятия. Он убрал скейт. У меня этих яичек полно. У меня их много, сори. У меня много этих яичек. Так. Ну, ребят, в принципе, я не знаю, поскольку со скейтом более-менее, а так я без понятия. Корона? Ну, ребят, корона у меня тоже есть. Так, ребят, он снова дает этот скейт, и, наверное, я соглашаюсь, но это не точно. Ребят, я не знаю, это вроде бы и хороший трейдик, вроде бы и плохой. Без понятия. Так, наверное, может быть, не... Он согласился! Ребят, все, дело сделано. Я обменялась. А на этом я заканчиваю. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Я вас всех очень люблю. До скорой встречи и всем пока!